Добрый день, уважаемые зрители. У нас в Брянске примерно через 10 минут начнется митинг. Сейчас люди собираются. Митинг КПРФ и комитета протестных действий против пенсионной реформы и ухудшения социального положения наших людей. Пока люди собираются, но я вот что хочу сказать. На этот раз хоть нас не загнали там любимые нами брянские городские власти куда-то на стройку, рядом там с каким-нибудь котлованом. Вот я заодно покажу, во что превратился Брянск вот в последнее время. Конечно, площадь революции это лучше, чем стройплощадка. Ну вот смотрите, это Брянский центральный цирк. То есть не так давно его превратили в филиал, как я понимаю, какого-то рынка. Торгуют здесь, понятно, что не от хорошей жизни люди. Но вот зачем вот это вот в городе, где есть колхозные рынки? И я понимаю, что, конечно, наши власти с иронией отнеслись к сторонникам левого движения. И вот они на фоне этого рынка, значит, решили разрешить празднование 7 ноября. Ну вот, думайте сами, решайте сами, вот, как у нас организована в том числе и экономическая жизнь в нашем городе. Тут и Дикая планета рекламирует какую-то цирковую программу. И вот эти бедолаги там с тряпьем стоят разнообразным. Все это подается как экономическое сотрудничество с соседней Белоруссией. Но большинство товаров здесь никакого отношения к Белоруссии не имеет. Ну и в общем-то, судите сами, возвращаются частично формы торговли, как в 90-е, когда повсеместно были вот эти вот блошиные рынки. Ну и вот за что спасибо у нас как бы с правоохранительными органами, зато проблем нет. То есть обезопасили нас капитально, со всех сторон окружили. Вот, поэтому нам можно за свою безопасность не волноваться.